продолжаем наше движение к Альменам. Дольменам. Неправильно сказал. Дольменам. Братья? Да. А, дольмены вот мы прошли уже, вот было чуть-чуть. Урочище два брата. А, это у нас уже урочи. Мы дошли до следующего культурного наследия. Легенда. В стародавние времена парень из богатой семьи по имени Аслан полюбил бедную девушку, сироту по имени Гадлик. По традиции он пришел к старшему в своем роду, чтобы попросить благословения на женитьбу. Этим человеком был его брат Хаджимук. Он отказал юноше, не пристало джигиту из древнего знатного рода позорить семью женитьбой безродной нищенки. Как не умолял его влюбленный Аслан, изменить решение старший брат был непреклонен. И тогда в отчаянии Аслан воскликнул, что уж лучше ему превратиться в камень, чем жить без любимой. Услыхали боги стенания юноши и тут же превратили его в каменную жизнь. В общем, история про двух братьев. Вот такие вот палки. И вот они, два брата, наверное. Вот эта скала, две скалы, соединенные вместе. Это как два брата. А вот эти палки подставленные, так сказать, некий такой вот ритуал поставить, загадать желание. Ну, что-то похоже во многих местах такие есть вещи. Ну, допустим, там та же стена плача, где записки ставят, а здесь палки подставляют. Даже некоторые вот подставили, так сказать, автомобильный запчасть. Пойдем посмотрим. Местечко. Сейчас Лиза попробует сюда перейти. Ну иди. Иди. Насколько безопасно здесь находиться, я не знаю. Не-не. Вот так. Здесь безопаснее. Потому что искают отдельных морских пиратов, скалолазов, искателей сокровищ. Именно в таких пещерах они и находятся. А я вселенный видеоблогер. Да,
поисковик несуществующих драгоценных прикладов тролля. Так, а мы сможем туда дальше пройти? А зачем? Или мы обойдем? Она сказала справа обойти, да? Обойти, да, а на выпи обойти. Ну ладно, мы пойдем дальше.